Твери новые жилые кварталы растут как грибы. Вместе с этим увеличивается и число автомобилистов. Тверская область, кстати, находится в первой пятерке по количеству автомобилей на душу населения. И в этой статистике речь идет только о личных легковых авто, не считая транспорт, оформленный на юридических лиц. Это катастрофически много. Иметь личный автомобиль для многих тверичан стало неотъемлемой, пусть и не всегда нужной частью жизни. Застройка районов в советское время не учитывала такой автомобилизации населения, а современные микрорайоны тоже не отличаются умной планировкой парковочных мест. Платные паркинги также спросом в Твери не пользуются. Отдавать деньги за место для авто тверичане в большинстве случаев не хотят, но зато газоны и детские площадки перед домами заставлены машинами. Проблема обостряется по весне, когда сотни машин превращают раскисшую почву на тверских газонах в кашу из грязи. Трава на такой почве, вероятнее всего, уже не вырастет. Но грязь на колесах с газонов выносится и на проезжую часть. Но горожан это не особо заботит. Собственный мнимый комфорт важнее общей экологии и благоустройства. И к тому же многие уверены, что нарушением парковка на газоне не является. Это утверждение в корне ошибочно. Хотя такого пункта в перечне нарушений требований правил дорожного движения нет. А значит, госавтоинспекции просто не вправе штрафовать или эвакуировать машину с газона. Но нарушения регламентируются другими законами на уровне муниципалитета. А именно, речь идет о документе, определяющем правила благоустройства Твери. Сейчас в этом документе есть четкое определение газона. Это участок местности, покрытый травяной растительностью, в том числе естественной. А соответственно, выезд на машине на такие участки, тем более парковка, запрещены. И городская администрация проводит регулярную работу в этом направлении. Первые рейды начались в 2020 году после корректировки законодательной базы. В городской администрации начали нарабатывать правоприменительную практику по этой проблематике. В основном рейды проводились в районе платных парковок, где машины тоже ставят на зеленые зоны, не желая тратить содержимое кошелька на место для стоянки. Сейчас зона проверок расширяется, в том числе и на дворовые и придомовые территории. После того, как у нас сформировалась уже практика применения, данную практику подхватили, естественно, уполномоченные должностные лица администрации районов. И на сегодняшний день у нас в административную комиссию для рассмотрения по существу поступило 116 дел административных правонарушений, да, если смотреть 2020 год, 132 всего, здесь уже 116 только вот по состоянию на 13 апреля. Теперь рейды проводятся регулярно представителями администрации районов, но подход к нарушителям у нас все же мягкий. Изначально водителя предупреждают, проводят фотофиксацию факта нарушения и заносят нарушителя в собственную базу. Часто нарушители паркуют машины на зеленой зоне прямо во время инспекции, и тогда с ними проводят профилактические беседы. Многие из них либо не понимают, что совершают административное правонарушение, либо просто делают такой вид. Бордюр, тротуар и зеленая зона. То есть вы нарушили все, что можно за раз. В большинстве случаев водители понимают предупреждение и стараются в последующем не приступать к черту закона. Но есть и особо злостные нарушители, которые не понимают сути проступка и продолжают настаивать на своем. Был даже случай, когда водитель прямо на административной комиссии заявил, что продолжит парковаться на газоне, невзирая на запрет. Именно таким водителям уже выписывают штрафы, а сумма наказания немалая. Административное наказание, которое предусматривает санкция статьи, оно является дифференцированным. Предусмотрен только один вид наказания, сразу скажу, это административный штраф, никаких иных видов наказания не предусмотрено, но санкция является альтернативной с той точки зрения, что предусматривает размер дифференцированный в зависимости от тяжести содеянного, от наличия либо отсутствия отягчающих или смягчающих административную ответственность обстоятельств, но для граждан размер штрафа установлен от 1500 рублей до 3000 рублей для должностных лиц. От 20 тысяч рублей и для юридических лиц от 35 тысяч до 60 тысяч рублей. Часто среди водителей возникает недопонимание, почему за это нарушение штрафует не госавтоинспекция, а городская администрация. Спорящие автомобилисты ссылаются, что нарушили пункт 3 статьи 12.19 КАП РФ. Но это в корне неверная позиция. А почему? Ответ очень прост. В правилах дорожного движения нет такого понятия, как газон. Зато это понятие регламентируется правилами благоустройства города. И пленумом Верховного суда четко прописано, что в данном случае суды должны рассматривать это нарушение как совокупность двух видов нарушения. Поэтому подобного рода ссылки, которые мы встречаем в
случаях, когда там формируется позиция по существу дела при его рассмотрении, либо в жалобе на постановление уже о назначении административного наказания на судом, естественно, принято быть не может, поскольку Верховный суд, как орган, уполномоченный в силу статьи 126 Конституции Российской Федерации, давать разъяснения по порядку применения норм законодательства, свою позицию выразил, сформировал достаточно четко и обязан ею руководствоваться все без исключения и суды, и органы административной юрисдикции. Во многом поведенческие предпочтения автомобилистов формируются городской средой и возможностью нарушать. Например, управляющая компания может оградить во дворе газон ограничительными столбиками или деревянным забором, который не позволит машине заехать на зеленую зону. В этом случае и нарушители штрафовать не потребуется, и трава будет целой. Но пока вместо ухоженных дворов мы видим лишь месиво из грязи.